В этот день в концертном зале присутствовали личный состав ОМВД России по Ямальскому району, жены сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, ветераны, руководители учреждений и организаций. Песни, звучавшие со сцены, были посвящены победе, родине, Ямалу, а также вечным человеческим чувствам, любви и дружбе. Концерт проходил в рамках патриотической акции «Мы служим России», одним из организаторов которого стала общественная организация «Ветераны органов внутренних дел ЯНАО». Мы ветераны, мы старшее поколение сотрудников органов внутренних дел, не забываем и не вычеркиваем из памяти наших товарищей, наших друзей, которые погибли, которых сегодня нет с нами. Также мы чествуем ветеранов боевых действий, которые в то советское время защищали отечество на подступах к рубежам нашей Родины. Участники концерта, гости из окружной столицы, также являются представителями органов внутренней службы. Их исполнение никого не оставило равнодушным. Не оставили в стороне и представители нашей доблестной полиции. В январе 2016 года были подведены итоги конкурса музыкального творчества среди сотрудников внутренних дел ЯНАО. Третье место и лауреат третьей степени было присуждено младшему лейтенанту внутренней службы Галочкиной Анне. Анне вручается диплом лауреата третьей степени и благодарность Управление Министерства внутренних дел России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Ваши аплодисменты! В заключение мероприятия к зрителям и приглашенным гостям обратился начальник ОМВД России по Ямальскому району Александр Васильев, который поблагодарил участников концерта, работников Центра национальных культур, а также всех тех, кто нашел время посетить это мероприятие. В своем выступлении он также высказал, насколько важны данные акции. Патриотические акции, они очень важны и необходимы не только для сотрудников органов внутренних дел, но и для всех тех, кто ежедневно отдает свои силы, иногда и жизни на службе России. Участники патриотической акции «Мы служим России» поехали со своим концертом по остальным районам нашего округа. А мы будем ждать их в следующем году в нашем гостеприимном Ямальском районе. Дмитрий Конышев, Николай Анагуричи, Ямальское районное телевидение.